Мне у Лысева нравится еще его схватка где-то с Луниковым, когда Лысев там, ну, Брауном еще был, где он прям на последних секундах треугольник закрывает. А, рычаг сделал. Или рычаг там. Да, рычаг. Да, да. Фаул. Короче, титан сколько нет. Я так понимаю, там разница в весе еще, блин, да? Существенная. Да, да. И он прям так четко додержался. Финн этот все, да, уехал? Ну, который там черный пояс был, Финн. Ритуал свой какой-то был. Я, кстати, такого ритуала и не увидел. На видео есть вроде. Я уже понял. Пассивность.
Легче.